Индийские студенты факультета международной медицины ОШГУ отметили национальный праздник Дивали, один из самых главных национальных праздников индийского народа. В мероприятии принял участие с поздравлениями и заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Эдиль Байсалов. В своей поздравительной речи он отметил, что в Кыргызстане обучаются тысячи студентов из Индии. Дивали в Индии отмечают как день, когда добро побеждает зло, а свет побеждает тьму. Тысячи студентов из Индии, дружественной страны, учатся в Кыргызстане. Сегодня они отмечают национальный праздник Дивали, вдали от своей родины. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно здесь, в Кыргызской республике, и знали, что мы ценим культуру и традиции великой страны. Праздник Дивали означает победу добра над злом. В этот день зажигают свечи и лампады. Давайте познакомимся и укрепим нашу дружбу с молодыми индийцами, которые сегодня выбрали наши университеты для своего образования. Совместные праздники – это возможность больше узнать о древнейшей культуре Индии и ее истории. Студенты из Индии также исполнили песни и танцы, прославляющие свою страну, и станцевали национальные танцы кыргызского народа, спели кыргызские песни. Дивали – один из главных праздников, отмечаемых во всей Индии. Фестиваль обычно длится 5 дней и отмечается с середины октября до середины ноября. Мы отмечаем этот праздник, хоть и находимся в Кыргызстане. В настоящее время в ОШГУ обучаются около 4000 студентов индийского происхождения. Ежегодно в эти дни они отмечают и праздник Дивали. Мы рады, что индийские студенты, обучающиеся в нашем вузе, не только получают тут образование, но и знакомятся с историей кыргызского народа. А мы знакомимся с их культурой. Это очень важно и хорошо. Праздник Дивали празднуют 5 дней подряд. Третий день считается самым важным. В это время в Индии проходит фестиваль огней. Алена Смирнова, Мирзаджигит Маматкеримулу, Эдиль Алеев, ЛТР, ОШ.